привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила с вами поделиться своим заказом с интернет-магазина Доктор Добр. Вот, сохранила вам прям коробку, расскажу о первых впечатлениях о том, что я заказывала, в принципе, о сервисе, обо всем, что может заинтересовать вас, если вы собираетесь сделать заказ в интернет-магазине Доктор Добр. Итак, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что это за интернет-магазин. В принципе, Доктор Добр специализируется на аптечной косметике, то есть это такие бренды, как Виши, Лейрак, Ля Рош-Позе, Клоран. Также там вы можете найти такую декоративную косметику, как с Liquid Balm, собственно, по достаточно нормальным, приемлемым ценам, и это огромный плюс, потому что The Balm, по крайней мере, очень тяжело в России найти, с Liquid еще попроще. Также там есть и другие достаточно редкие бренды декоративной косметики, поэтому есть из чего выбрать. Очень интересный ассортимент интернет-магазина. Сразу хочется отметить, действительно очень качественный сервис, потому что на все мои письма, вопросы, на все ответили. Также заказ пришел в течение, по-моему, 4 дней, это достаточно быстро. Пришел он мне в ближайший пункт выдачи, который тоже я заранее указала. И там тоже без каких-либо проблем мне выдали мой заказ. Итак, все пришло у меня вот в такой вот коробочке. И вот здесь вот так вот лежали оба моих товара в такой вот пленочке. В самих продуктах я позже остановлюсь, расскажу вам первые впечатления, потому что тестирую я их очень недолго, в течение одной недели. На дне коробочки меня ждал небольшой приятный сюрприз, потому что они положили под мой заказ несколько рекламных проспектов и также огромное количество всевозможных пробников, за что безумно я благодарна интернет-магазину Доктор Добр. Итак, что у меня тут лежало, остановлюсь на пробниках, потому что я, в принципе, сама еще толком не смотрела, что они мне положили. Здесь лежал маленький вот такой вот крем от Avène. 5 мл, это крем для рук, для очень сухой и irritated, раздраженной кожи. Я думаю, что я обязательно попробую ближе к зиме этот крем. Я вообще, на самом деле, не такой уж огромный любитель таскать с собой крем для рук в сумочке, поэтому для меня вот эти вот 5 мл, я думаю, что будет находка. Или, возможно, возьму с собой куда-нибудь в поездку. Следующее это La Roche-Posay. Здесь серия Lipicar. 7 мл гель для душа, для чувствительной кожи, и 7 мл увлажняющая эмульсия, тоже для чувствительной кожи, которая не содержит отдушек и не содержит парабенов. Тоже попробую обязательно, потому что на самом деле у меня очень сухая, очень чувствительная, раздраженная кожа зимой, потому что я просто не могу ничем мазаться, кроме кокосового масла, я вам снимала об этом видео, что вот идеальное средство для моей кожи это вот такие вот очень серьезные увлажняющие масла. Но я попробую вот эту вот эмульсию, гель для душа, посмотрим, что из этого получится. И как раз таки большинство вот этих вот маленьких пробников на Рева для тела, для очень сухой атопической кожи маленький крем, также Матидиан, детокс, ночной детокс-уход. Также у меня здесь Акварева, это легкий увлажняющий крем, увлажняет 24 часа, тоже не содержит парабенов. И, я так понимаю, это Golden Tinted, это какой-то как BB или тональный тинт мойщерайзер, что-то в этом роде. Пробников просто тьма. А, кстати говоря, забыла вам рассказать еще, у меня маленькие пакетики есть. Два пробника от NUX, они оба по 2 мл. Один из них это какой-то DD крем. Вы знали, что вышел уже помимо BB и CC еще и DD крем. Здесь SPF 30. Это, ну, в общем-то, Beauty Fine Tint крем для всех типов кожи. Светлый оттенок, будем пробовать, пока еще не пришла зима. И также здесь у меня от первых морщин для контура глаз. Вот, от темных кругов, подсвечивает с гиалуроновой кислотой. Тоже будем пробовать, что это такое. И также от Фита у меня кондиционер для нормальных и сухих волос. Тоже попробуем. Здесь 12 мл, такой увесистый пакетик. Достаточно, будем смотреть, пробовать, что он из себя представляет. Перейдем уже к тому, что я заказывала непосредственно.
прежде всего заказала себе уход сейчас на осень. Это крем от La Roche-Posay Гидриан Лежер. Здесь 40 мл. Он для чувствительной кожи идет. Сейчас открою, покажу сам тюбик. В общем-то, тюбик достаточно большой. Я сейчас поняла, что мне не нравятся именно банки крема, потому что я там копаюсь постоянно, я не использую ложку, мне лень. Поэтому мне на самом деле больше подходит вот именно тюбик. Либо же какие-то тубы уже с помпой, где все запаковано герметично, и туда точно уже ничего не попадет. Что касается крема, они пишут, что он не содержит парабенов. Вообще, в принципе, La Roche-Posay — это косметика, которая основана на термальной воде, которая добывается вот как раз вместе La Roche-Posay. Почему так марка и называется. Запах специфичный, я так понимаю, что пахнет вся линейка Гидриан именно так, потому что я брала BB-крем от них, он пах точно так же. То есть запах такого какого-то аптечного медицинского препарата. Я не могу как-то более, скажем так, доступно объяснить, чем пахнет. Ну, такой специфический аптечный аромат. Что касается моих впечатлений, ощущений, мне он понравился, он дает мне достаточное количество увлажнения. У меня на лице были определенные воспаления, вызванные тем, что у меня закончился мой привычный уход от Атопалм. И после этого я решила дать еще один шанс уходу от Кадали. У меня был небольшой пробник их сорбета. Он мне буквально за одну ночь опять-таки вызвал несколько воспалений, причем это не просто вот какие-то там небольшие забитые поры или что-то в этом роде, он мне вызывает какие-то страшные, огромные просто прыщи на пол лица, и это очень некрасиво выглядит. Как только я использовать начала этот крем, эти все мои воспаления очень быстро прошли, мне это безумно понравилось. Мне нравится, что его можно использовать как дневной крем. Несмотря на то, что он очень хорошо увлажняет кожу, он достаточно быстро впитывается, в общем-то, через 10-15 минут я спокойно наношу уже макияж, ничего у меня не скатывается с него. Спокойно он взаимодействует с моим флюидом от Guerlain, мне это нравится. То есть больше я пока еще сказать ничего не могу. В общем-то, первое впечатление очень-очень положительное, мне этот крем понравился. Единственное, что хочется отметить по составу, это то, что La Roche-Posay, к сожалению или к счастью, они не отличаются очень натуральным органическим составом, поэтому, наверное, кто ищет для себя какой-то более-менее натуральный уход, это, конечно, не для вас. А следующий продукт — это дезодорант от Clarins. Clarins — это французская марка, как они заявляют, что они очень натуральная марка. Данный дезодорант не содержит парабенов и солей алюминия. Объясню, почему мне это важно было и почему мне интересно было попробовать такой продукт. Эти соли алюминия, они просто-напросто закупоривают наши поры. Благодаря этому мы не потеем, ходим сухие, радуемся жизни. Но если вы занимаетесь спортом, или если у вас просто очень-очень активный образ жизни, или, в общем-то, лето и жарко, то это не есть хорошо. И плюс еще сейчас пошла такая волна, что соль алюминия как-то очень негативно влияет на женский организм, потому что у нас здесь рядом находится и наша грудь любимая, и также лимфатические узлы, и все это вместе. В связи с тем, что это все очень близко находится к непосредственной зоне воздействия солей алюминия, поэтому это не есть хорошо для нашего организма. Поэтому как в качестве эксперимента такого я решила попробовать именно дезодорант. Значит, он действует 24 часа, он работает исключительно за счет нейтрализации запаха неприятного. Что хочется отметить, ну, как ни странно, я, в общем-то, не заметила такой разницы с именно антиперспирантом, что я стала там как-то потеть или еще что-то. Я хожу также сухая абсолютно, у него достаточно нейтральный аромат, который быстро выветривается, он меня не бесит. В общем-то, от меня в итоге даже ничем и не пахнет, по идее. Мне также нравится его использовать именно для ароматизации моей спортивной сумки. Пока что я тоже довольна этим продуктом, буду пользоваться дальше, мне он нравится. Дополнительного, скажем так, какого-то потоотделения у меня не появилось в связи с тем, что я начала использовать именно дезодорант, а не антиперспирант. Если подводить итог, то я очень довольна своим заказом, я довольна и теми продуктами, которые я заказала. Пока что у меня первые впечатления просто самые-самые положительные, я в восторге. Также я довольна безумно просто сервисом, я довольна, как быстро мне доставили, в каком виде это все было.
Еще раз огромное спасибо за огромное количество пробников. Теперь у меня появилась возможность попробовать новые продукты и новые марки для себя открыть. Я советую вам этот интернет-магазин. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сделали ли вы покупки в интернет-магазине Доктор Добра. Если да, то каких марок, что вы советуете мне тоже, к чему присмотреться, что себе приобрести. Пробовали ли вы те продукты, которые я для себя выбрала? Какое у вас о них сложилось мнение? Все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео.